И всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик и Настенька. Выживание в мире динозавров, мод Ореспау. Теперь мы решили привет, Настя. Привет. Теперь мы решили построить дом вот здесь на воде, развиться именно в мире динозавров, где вот эти летающие твари, но они безвредные. У тебя что-нибудь есть из ресурсов? О, смотри, бэйби дракон. Ну, он, вот, кстати, будет нас защищать. Сейчас наша задача построить посреди этого озера дом. Почему именно среди озера? Потому что так защищаться нам будет легче. Так, у меня очень мало древесины. Смотри, я сейчас сундук создам. У тебя есть верстак? Нету. Тогда я верстак здесь создаю на берегу. Сейчас ставлю сундук и туда скидываю вещи, которые ты заберешь. У нее нету вещей, к сожалению, она умерла и потеряла в прошлой серии. Кому интересно, можете посмотреть. Только на канале. Изумруды есть, все. Так, я могу скидываю сейчас мясо, аметисты, вот эти палочки. В принципе, еда у меня есть. Железо. О, железо. Палки. Седло даже могу. А, седло на свинке, я сам буду кататься. Так, что еще? Землю. Редстоуны всякие, изумруды, пшеницы, ураниумы. У меня даже блок ураниума есть, но он бесполезен без титаниума. Чего, у нас больше ничего нет, что ли? Эй, меня кто кусает? Паучок красный. Паучок? Ой, ну этот хрен. Ну блин. Короче. Могла бы убить его, блин. Стоит. Я убила. Это не ты убила, это стрекоза убила. Так, теперь нам нужно как-то туда сделать дорогу из какого материала. Твоя задача, Настя, нарубить дров. Вон, видишь, деревья. И главное, саженцы тоже собирать. Где? А, деревья. Да. Сейчас я топор сделаю. А я кирпичи еще добуду, пожарю. Ночью здесь начнут появляться страшные динозавры и все такие нехорошие вещи. Поэтому нужно подготовиться. Кошки. У тебя, в принципе, есть ресурсы же, да? Если не хватит, у меня несколько блоков железа. Я с робота выбил. При убийстве робота падает железо в очень большом количестве. А. Хорошо. Ой, я отключил анимацию, так прикольно все стало. Я тоже включала. Раньше. Я отключил, говорю, а не включил. А, отключил. Надо убить этих спрутов. Я не хочу, чтобы они жили в моем доме. Ну, потом постреляем их из лука. Угу. Копаю пока что песочек. Овцы тут еще ходят всякие, летают, блин. Ужас. Так, что я хотел-то из песка? А, мне нужно печки сделать. Ой, я нашла костяшку зеленую какую-то. Да все, что находишь, сейчас все пригодится. Вон еще кое-то. Овца, блин, надоело. Пусть здесь будет печки. А у нас угля нету, да? А, кстати, там тут был. Только у меня кирки нет. Могла бы сделать. Я деревом сделаю. Буду плавить. Тут еще железо есть. Так. А, вот еще. Кирпичи я хочу сделать. Красивый фасад дома. Я вообще думаю, какой бы дом построить. Может, лавовый сделаем на воде? Он будет я не знаю. Защищать нас от летающих уродов. Но для этого нам нужно стекло. Песок. Ты дерево добыла? Да. Много? Добудь как 16. Можно. Добудь как можно больше. Сейчас я лопату еще скрафчу. Бесполезная Настюшка. За такое время могла бы все деревья в Майнкрафте срубить. А тут их мало.
Ну, вижу, что мало, но ты срубил только одно. С какого одно? Я вообще-то где-то Одно. три срубила. Лазит тут. Так, вот они, деревушки. Деревья. Да Ты ты пропустил. надоел, чертов красный муравей. Они так не вовремя кус... О, уголь, он нам очень нужен. Почему алмазная кирка у меня? У меня А же я там знала. аметисты всякие были. А, я ж тебе дал. Нам и булыжник понадобится. Нам вообще все понадобится. В этом мире нам нужно все. Это соль. Лапы столько здесь. Ужас. О, яблочки падают с деревьев. Ай. Эти овцы жрут нашу траву. И что? Убей их. Нет. Тебе же потом есть будет нечего. Так а с них ничего все равно не падает. Совет? Да. А шерстяра? Ну, шерсть и что? Кровать только если. 25 угля. Надо таймсет писать, я не хочу ночью без домика. Да. Ночью очень опасно. Я уголь добываю. Я забыл, где наш дом. Ай, молодец. Ой, это заспавнился красный динозавр. Алазавр. Видите? Да, вот этот. Ай! Тут еще и вот этот синенький. Он сдох, сгорел. А вот А, вот он синий. почти сдох. Смотрите, вот это алазавр. Тут, короче, синенькие маленькие бьют зеленого. Он и тебя будет бить, синенький маленький. Я алазавра замочил. С него столько всего выпало. А вот и наш дом. Откуда? С него железо падает? Да ладно. Приколись. А вот и синенький маленький. Эти синенькие маленькие очень опасны. Да. Особенно для тебя, когда у тебя нет брони. Так. Надо продолжать строительство домика. У меня тут должно быть все пожарено уже. Кирпичики. Вместо досок мы будем теперь использовать. Блин. Вместо досок. Вместо досок, да. Камень. Да нет. Я имею в виду, ты дрожишь. И просто так. Ржака ходячая. Оп. А нет. Что-то я совсем. Крыша поехала. Угу. Мне уже надоело все плавить и плавить. Вот изумруды есть. А изумрудная кирка на шелковое касание же получается. Да. Она всегда, кстати, так. А ну-ка давай попробуем еще раз. Пробуй, давай поспорим. Вот на шелковое касание по-любому будет. Малюсенький. Нет. Да шелковое ладно. Касание, да. У тебя есть кирка? Да, железная. А, ну ладно. Я тебе мог алмазную дать или изумрудную. Да. Нужна? Не знаю. Он мне скинул в этот. Я с помощью щелкового касания добуду много этого камня обычного. Он красивее. Будем из него строить. Ураниум. Так, я кровать сделаю. Давай. Две сделай. Да на самом деле, пока нам не кровать нужна, а нам нужен дом. Да я знаю. Ой.
Случайно крафт посмотрела. Чего? Кровать? Золото какое-то. Нет. Ты забыла, как крафтить кровать? Нет, я сделала. Я в сундук положу. Зря я кирку не оставил. А, у меня идея появилась. Какая? Нужно убить вот этих стрекоз как можно больше. С них падают титаниумы. А нам нужен титаниум один хотя бы, чтобы сделать супер кирку. С удачей 5. У тебя есть титаниум нигеты или какие-нибудь титаниумные блоки, может? Титаниум. Посмотрим. Ураниум. Если ураниум есть, все в сундук. Если титаниум, mm-hmm. особенно. Мяу. Что ты мяу? А! А! Я его почти маленький. Мяу. Иди сюда, знаю, они, такие они такие шустрые, я их не могу убить. Чё я его не могу? А, все, могу убивать. Так, еще один удар. Что, все, я убила этого. А с него упала вот эта хрень? Нет, с него только мясо упало. Это кого убило? Ну, зеленого большого. Летающих. А, стрекоз, я приняла, все. Вот я одного убил, с него один нигет упал. Нужно таких 9. Вот еще. Так что давай, выполняй квесты. Ачивки. Ачивки, да. О, еще одного убил. Ой, я тебя боюсь ударить. Они такие шустрые. Ты почему рядом со мной охотишься? Иди в другом месте охоться. Я тебя они чуть не ударил. Они такие шустрые. Ага, я еще одного убил. Они атакуют? Они тебя не атакуют, они будут атаковать муравьев, там всяких вот этих кашек. Ага, вот еще одного убил. Так, у меня 3. Нужно еще 6. Они такие шустрые, блин. Вроде еще одного убил. Только я не пойму, куда с него что-то упало вообще. Нет, с него не упало. Хоть убей одного. Бесполезняшка. Я не могу. Они высоко слишком летают все. А я-то убиваю как-то их. Не знаю, как ты их убиваешь. Вот они еще все... убил. А с него что выпал? Херня какая-то вообще. Ах, блин. Ой, один... А, нет. Ай! Есть, еще одного убил. Молодец. Я буду постоянно комментировать тебе на зло. Давайте, иди сюда. Ты хоть одного убей их. Ой, вот еще один застрял. Он прям застрял. Их 2. Я с него ни хрена не выпал. Они надоели. Их найти трудно, если не находишь, то с них ни хрена не выпадает. Иди сюда, скотина. Кто я? Да я не тебе. Вот я на воде тут плаваю, гоняюсь за ними. Их 3 надо мной летают. Я не могу ни одного убить. Нужен супер меч. Ух. Нет, здесь нужно летать уметь. А, креатив. Так, ой, я убила одного. Я убила одного. С него упал тоже что-то. Посмотри, синяя что-то. Фигня. У тебя есть такие еще фигни? Синяя. Капелька синяя. Есть еще? И желтая есть. Нет, синие. Мне вот эти синие нужны. У меня 4. У меня 1. Ай. Блин, как же их сложно убивать. А я про чё? Чё я про чё могла бы убить уже столько же, сколько я? Я одного убил только. Они все наверху летают.
Еще. И то я случайно У меня убил. 8. Да, и одну, все, можно, хватит. Если у тебя есть одна синяя капелька, есть? Да. Кидай. Все, отлично, больше не надо. Ты что делаешь? Зачем ты копала, когда я брал? Просто так. Ну давай, иди развивайся, добывай, что хочешь. Ой, ладно. Теперь мы из этих, как она назвала, капелек делаем титаниум иглы. Берем. Берем эту хрень. А, смотреть крафта нужно. Где-то. Вот она. Ультиматумную кирку нам нужно сделать. Одно железо, два. Блин! Ты сделал мотыгу. Нет, надо еще 9. Ты офигел! Там 2 нужно. О, вот тут одна валяется. Я взяла. Молодец, давай. Еще 8 штук ищи. Я, да. Тоже я помогай. Темнеет, походу. Да ничего. Нам нужно идти опять стрекоз убивать. Еле когда... Дракон появился, помнишь тот, который рыбой приручается? Рыбой? А. Интересно, на него седло можно накинуть? А у меня седла нет. Было. Оно в сундуке, кстати, по-моему. До сундука идти просто. Прям с этих запишем и все. Ой. Я нашел еще один игот валялся. Я тоже находил. Ой, тут синие блохи эти. Какие блохи? Ну, синие. Взял скотина над лавой и сгорел. Да иди ты, собака, сюда. Так трудно убиваются. У меня всего одна нигат капелька. Блин, надо еще одну. Ой, я вижу, там кто-то сражается. Кого они здесь убивают? А! Я его не смог убить. Все. Так, у меня золотой самородок и ураниум. И голубая это. Угу, я убил еще одного, но с него не выпало то, что мне нужно. Как обычно, да? Ну давай, помогай. Они это ужасные. Они, я понял, они у муравейников спускаются, чтобы убить муравьев, и в это время можно их. Они муравьями питаются. Нет, они их просто убивают. Ай, нифига ими не питаюсь. Ну они их едят, господи. Как... О, я... Нет. Дракон маленький. Вот тут муравьев расплодилось. Я, короче, муравейники поставил, они на них заманиваются, и я их убиваю. Хитрость такая. Читер. Ах вы. Ай. Я убил 2 сразу. Вот тут очень много муравьев. Сейчас они нападут. А я вместо того, чтобы бить мечом, я их бью мясом.
Ты чё, офигела? Их не так трудно убивать. Я знаю, я случайно мясом бью их. Понятно, я думал, ты специально что-то. Нет. Так. Не трогайте их! Я сейчас защищу! Я тут муравьев плажу, короче, они на них очень быстро агрятся. Угу. Успевай только тут убивать тоже, этих скотин. Тут тоже много. Троих убиваешь. О, тут один в воде сгорел. Я вот... Ураниум, или кто это, бирюзовая это, титаниум. Капелька? Я, у меня две. Да, у меня две их. Титаниум или может что-нибудь другое у тебя? Ну, бирюзовая, короче. Бирюзовая? Он в лаве... Они в лаве горят и умирают. Ты просто прочитай, что там написано на бирюзовой. Чтоб не ошибиться, у меня 6 штук. Ну, давайте. У меня две. Сюда. О, один застрял. Некоторые варят. Смотрите, он клубничку кушает. Ху, клубничку. Здесь клубника есть, ты не знал? Здесь нет клубники. Есть. С какого? Я знаю, с каких лет на этом моде играю. Ты мне тут говоришь, что клубника... С каких бы не играла, но у тебя мозгов мало, чтобы клубнику заметить. Тут нет клубники. Она вон там растет. Где? Вон там рядом. А что за... А, это муравейник. Не трогай, это моя карма. Где? Вон там, сзади вот этого холма. Вон, видишь? Че ты мне врёшь? Чё ты пиши, не смотришь? Вот она. Вон. Вот это что ли? Да. Это не клубника. Почитай, что написано. Так, у нас красный муравей заспавнился. Сейчас должны прилететь стрекозы, чтобы их убить. Муравьев дофига, а эти не агрятся, стрекозы. Померли, что ли? Ой, кто умер? Один из них горит, он скоро сдохнет. Ай, кошара. Это не кошара. Ну он пищ... Он это... Мяукает. Так, у тебя сколько этих уродцев? Две. Уродцев. Их так сложно. У меня 7, 8, 9. Да все, давай. Хватит. Пошли на сундук быстрее. Я уже. Я вижу. Угу. Ух, скидывай сундук. Какая там вирусная база данных? Могла бы отключить. Это у меня. Я понял, не у меня же. Так, все, у нас два этих, все. На вас стоит. Ай, я забыл эту взять. О, железка. Да не трогай, ты чё? Офигел. Я и не брала. Ты чё? Налетела тут. Еще и дерется. Все. Тварь. Нефиг было провоцировать. Ты первый. Ага, прикольно, у меня завис. А, все, отвис. Все, кирка есть. Вы молодцы. Так, надо все лишнее поскидывать в этот. Ты заберешь свои вещи или нет? Каким образом? ТПшный чекпоинт ты не поставила? Я залагала. Тут кто-то кошку убивает. А, эта кошка, она на мои яблоки загрелась. Вот, удача 5. Теперь я могу огромное количество угля добывать. А уголь нам понадобится. Тут ты заел. О! С него что-то интересное падает. С этих кошек. Я его убил, с него что-то красное упало, я помню. Так, теперь нужно с удачей 5 добыть немножко камня. О, черт. Я случайно к тебе ты пошелся, а не тебя к себе.
Теперь дом еще. Я вайпоинт не поставил. Эх. Это было наоборот. Все из-за тебя. Если бы ты нормально играла, и не мне билась бы, не дралась бы, убивать. Я бы тебя не убивал бы. Ты первый. Да. Ты ненормально играешь. Встань. Да не отстану. Вот мы потеряли дом. Я даже не помню, куда я шел, чтобы его найти. И самое главное, откуда. Ну, можно вот здесь построиться. В принципе, там ничего ценного не было. Ничего ценного. Ну, по крайней мере, не настолько много. Все, давай здесь строиться. Я даже поставлю точку. Ачивку. Иди сюда. Пышка. Так, что у тебя есть вообще? Опять ничего. Так, надо сундук и верстак опять создавать. Ну, сначала таймсет. Угу. Хорошо, что я все вещи ношу с собой. Убей. Убей. Их много слишком. Защищай меня. А чё ты их в таком количестве? А, тут два муравейника. Надо убрать эти муравейники, уничтожить. Вон еще один муравейник. Настюшка. Крышка. Убираем муравейники. Они мне не дают полноценно развиваться. О, ну наконец-то. Так, что мне сюда скинуть-то? О, седло у меня есть. Муравейники, вот это все. Еду. Что еще? Ураниумы. Железка одно. Земля. Блин, я туда весь булыжник и камень поскидывал. Ну и половину дерева я скину, чисто для тебя. Настюшка. Настя. Чё? Ты меня слышишь? Да. Это будет дерево. О, там дракон. Ты вейпоинт поставил вот эту отметку? Да. Около дома поставил. Так, теперь мне нужно добыть камень для строительства дома и песок пожарить. Нам нужно много песка. Ну, как нам. Мне, наверное. Настя вообще не хочет участвовать. Настя. Чего? Ты будешь участвовать в общем деле или так будешь бесполезно туда-сюда шляться? Я вообще-то дерево добываю. Теряя ресурсы постоянно. У тебя ж топора нет. Я так просто. А-а-а! Я тут черную воду нашел. Знаешь, что такое черная вода? Нет. Это родник. Ага, я еще кое-что нашел. Железная руда. Mm-hmm.
Настюшка. Чего? Ты куда пропала? Куда? Ты куда пропала? Что значит куда? Никуда. Шприц, ушко. Настюшка. А ты еще обижалась на шприц-ушко. Там гораздо хуже называли. Уплевать. Да ладно, ты же обижалась. Это что такое вообще? Какое-то странное дерево нашел. О, картошка. Слушай, а я что-то ушел ты. Нашла. Картошечка. Я буду картофельным магнатом. Газель какая-то. Машина? Маршрут нашла? Там написано газель. А. Я понял, в принципе, что ты нашла. Так, газель. Вон в сундуке есть некоторые вещи. Я даже тебе один железный блок дам. Можешь крафтить. Рез. Я железо там нашла. Вообще. Ну, молодец, конечно, что... Ах, блин, я забыл из камня добыть этот. Мне нужен месторождение камня и этого. Шелковым касанием я добывал весь камень. Мне булыжник нужен тоже. Так, железо. Всего два. Ох, ща угля у нас будет дофигища. Вот поэтому я люблю удачу. Если мы еще алмазы бы нашли с этой киркой, то вообще мы бы зажрались. Сколько там примерно выпадает? Ну, короче, одно месторождение это почти стак угля. Нехило. Угу. Стак алмазов, представляешь? С одного месторождения. Так, булыжку. Я тут гриферю скалу, блин. Методом застройщика какого-то. Сколько тут нагриферил? Ну, немало, конечно. Но можно еще погриферить. Mm. Хочешь, я тебе дам шелковые касания, и ты добудешь много-много камней. Давай. Сейчас я выберусь из пещеры. Что ты делаешь? На. Из пещеры выбиралась. Вон, я тебе кирку скинул. Да, добудь все. Буквально вообще все. Мы сделаем большой дом. Да. Че? Да. Да, да, да. Так, теперь мне нужно сделать огромное количество печек. Ну, как огромное? 4 штуки. 4 стака. Печек? Эй. Так, где вы их поставите? Вот здесь будет а из камня дом. Можно сделать печку? Нет, только из этого булыжника. Не, еда кончается постоянно. Хорошо, что здесь все растет на земле. Картошки там. Динозаврики не злые. По крайней мере, днем они не злые. Настя. А можно нескромный вопрос? Чё? Мне динозавры хотят жрать мои... Нет, я не буду задавать. Пусть подписчики зададут. Я тебя не понимаю. Конечно, я же ничего не сказал. Как ты меня поймешь, если я ничего не скажу? Ты все камень добываешь? Угу. Не ври, ты уже перестала. Посмотри, не веришь. Ты не перестала? Нет. Так, у меня полным ходом жарится все подряд. Да ладно. Шоколадно. Могла бы это сама. Прохладно, не стало? Помочь могла бы. Бесполезняк. Лазить там где-то. Камень молчи. Добывает.
Я могу не добывать. Сейчас брошу все и уйду. Да, я думаю, разница будет не сильная. В сундуке ничего нового не появилось как-то здесь. А что должно появиться? Ты могла бы туда скинуть что-нибудь интересное. Дерево, к примеру, которое тогда было. Не дерево. Я уж, наверное, инвентарь переполнен этим камнем. Ой, я что-то нашла. Что? Красную. Эти кости. А сколько у меня камня? Три с половиной стака. Нормально, хватит. Иди домой. Точно? Ну, если не хватит, еще пойдешь, тоже мне. Точно, не точно. Ай! Жалко, нету лопаты с удачей 5. Я бы столько этих добыл бы. Песка? Да нет. Ну, глины. Для кирпичей. Я хочу кирпичный фасад. У дома. Блин, мы все ходим, так и не построили домик. Эх. Так, ну ладно, давай, короче, все туда скидывать, кирпичики. Откуда кирпич? Я его пожарил. А как он делается? Жарится глина просто. Так, давай я последний раз таймсет, короче. И со следующего раза мы уже должны выживать в доме. Так, ладно, дорогие подписчики, мы уже 40 минут записываем, на этом первая серия заканчивается. В следующей серии мы уже наконец начнем строить дом. Да, Настюшка? Угу. Настюшка, сейчас смотри, когда я с тобой разговариваю. Настюшка. Тебе не нравится? Смешно. Ты смешной, у тебя глаза зеленые, как у этого. Смешнёе. Умничка. Смотри, не помри только, пока я тут. О, я в супер броне, оказывается. Ладно, всем да спасибо, ладно. Всем пока-пока. У тебя зелёные глаза. Молчи, когда я... Не перебивай старших. Всем спасибо, дорогие кто друзья. Тут... Всем пока-пока. Как говорится, с вами был Турбоёжик и Настенька. А теперь можешь сказать. Пока. Хочешь жрать, обжора, блин. Тут видео записываем, она жрет и жрет. Сколько ты можешь сжрать? На, сожри еще. Смотри, эти уроды заагрились. Если их нет, больше. Вот этот меня уже любит. Аллозавр! 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 Я пошла отсюда. Пошли его. До свидания, меня здесь нету. Я хочу его убить. Ой, типа путя. О, да. Путя. Все, дорогие друзья, всем пока.